Политика, скандалы, свежие новости. В начале о главном. Погнали. Сейчас ходят слухи, что Коломойский лоббирует Юлю, и у нее хорошие шансы занять место председателя Верховной Рады. Также у Юли в рукаве остался тарифный кейс, который она сейчас использует в теме торгов. Если Зеленский пойдет в отказ, то Юля устроит мега-шоу и экономическую подножку в виде требования тарифных выплат, которые ударят по дырявому украинскому бюджету очень сильно. Однако загвоздка в назначении Тимошенко есть. Говорят, Зеленский боится давать Тимошенко весомые назначения, чтобы не получить головную боль, как Ющенко получил от Тимошенко. Зеленский вообще хочет забрать все топ-места под своих людей, а союзникам отдать второстепенные. Сейчас началось время мега-торгов. В это время возможно все. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.